132 квартиры, один подъезд и целых 19 этажей. Такой проект высотки реализуется в нашем городе впервые. До этого его успешно воплотили в таких крупных городах, как Минск и Гомель. Сейчас стройка на Горького 41 в самом разгаре, уже возвели 7 этажей. Кстати, главная фишка нового дома в том, что делают его не из привычного монолита, а из панелей КПД. Плюс сборных монолитных железобетонных перекрытий. Каждая из комнат имеет цельную плиту перекрытия, которая позволяет добиться ровных потолков без стыков и перепадов. Наружные и внутренние стеновые панели имеют заводскую готовность под оклейку обоями. Места в санузлах и кухнях имеют готовность под керамическую плитку. Уникальный дом отличается и безбарьерной средой. Еще здесь будут установлены сразу два лифта – пассажирские на 400 килограммов и грузовой на тонну. Запланировано и сплошное остекление лоджии. Панорама из них впечатляющая. Главное, что свечка будет недорогой и надежной. Дом запроектирован высокой энергоэффективности, у него утолщенные наружные стены. Также для энергоэффективности он будет обеспечен отдельными учетами тепла на каждом этаже для каждой квартиры. Значит, счетчики будут установлены в местах общего пользования. Так же, как обычно, счетчики электроэнергии, также будут установлены счетчики тепла. Новая свечка на Горького обещает стать самой продвинутой панелькой. В высотке заработают и видеокамеры, которые 24 часа в сутки будут фиксировать круговой обзор возле дома. Квадратный метр в инновационной застройке обойдется в 1100 рублей. Подробнее о других ноу-хау многоэтажки расскажем в программе «Итоги недели» в воскресенье в 20:30. Не пропустите. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.